был признан виновным. Такие ловушки есть в каждом городе. В Уфе движение по этой улице внезапно стало односторонним. Без прав остались десятки водителей. На следующий день, где-то в 4 часа, их стали заклеивать полиэтиленом. Ну, провел свое расследование, выяснил. Знаки установлены по несогласованной схеме. Оказалось, дорожники поставили знаки, не дождавшись согласования с ГАИ. Но инспекторы подсуетились вовремя. Суд вернул права Александра. Данный судебный запрос, и был получен ответ, что данный знак должен был находиться там буквально 10 дней позже даты составления протокола.